100 золотых мест Красноярска. Свято-Троицкий храм в Чистоостровском. Свято-Троицкий храм села Чистоостровское является памятником культурного наследия начала XIX века. Он был основан в 1812 году, когда вот началась революция в нашей стране, пострадал и наш храм. Он был закрыт и превратили его вот в летнюю часть родохранилища, а зимнюю часть храма, вторую часть храма, сделали под местный дом культуры. Вот осталась единственная фреска, которая изображает Бога Отца. Говорят, что здесь был пожар, крыша сгорела, и он постепенно стал разрушаться. Ну и сами же жители уже на свои какие-то бытовые нужды брали кирпич. В 2009 году был здесь восстановлен приход. Меня назначили настоятелем храма. И вот с этого времени начались восстановительные работы. В 2014 году ко мне подошел местный житель с такой просьбой, что отец Андрей, давайте вот на территории вашего храма мы установим памятник участникам Первой мировой войны. Где-то за 3 месяца мы этот памятник установили. Он является единственным памятником вот этой тематики в Красноярском крае, может, даже и за Уралом. У нас здесь создан такой небольшой краеведческий музей, этнографический, исторический, вот где вот, вот эти все найденные и нами, кто нам передавал предметы археологии. Есть у нас такие предметы, которые 7,5 тысяч лет. Поздний палеолит встречается. В нашем храме есть икона, Федоровская икона Божьей Матери. По традиции православные к ней обращаются, Пресвятая Богородица именно Федоровская, в семейных нуждах. Я все понять не мог, почему. Вот вроде не было народа, а здесь стал народ приезжать, и в больших количествах. 3 девушки решили благополучно выйти замуж. И вот отправились в наши края, вот приехали в Свято-Троицкий храм, приложились к этой иконе. Так получилось, что они все трое в один год вышли замуж, и в один год все родили ребенка. Наш храм еще является казачьим. Хотел вам показать казачью шашку, она настоящая. А почему она у нас находится? Потому что во время присяги казаки не только целуют крест Евангелия и знамя казачье, но еще шашку казачью. Это очень все интересно, и я думаю, если люди к нам приедут, они получат очень такие яркие впечатления. Проект «100 золотых мест Красноярска» создан при поддержке золотодобывающей компании «Полюс».